На скамье подсудимых оказался бывший руководитель муниципального унитарного предприятия Ахметовского МПКХ. По версии следствия, подсудимый, занимая должность директора данного предприятия, используя свое служебное положение в корыстных целях, брал под отчет в кассе предприятия денежные средства и присваивал их себе. Кроме того, занимая должность директора, без согласования с собственником имущества, то есть с органом местного самоуправления, сдал на металлолом основные средства предприятия, это бульдозер и грузовик. Вырученные денежные средства в размере 40 тысяч рублей подсудимый также присвоил себе. Приговором Лабинского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, это присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, веренного виновным с использованием своего служебного положения. Несмотря на то, что подсудимый в полном объеме возместил причиненный вред, суд, согласившись с мнением государственного обвинения, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение согласилось с данным приговором. Данное наказание является соразмерным содеянному, в том числе обвиняемый проработал в должности директора предприятия 1 год. Теперь 1 год он проведет в местах лишения свободы.